Келиш от антиквара. Барабанная дробь. Так. Да-да-да-да-да-да. 20 килов на сквад надо. Поехали. А я готов. Да, ну, хоть на одну карту. Каждый раз так делает. Да, а приз 20 тысяч рублей каждый. Ой, Ангел, запрыги в туши, побежали убивать. Так! Господи, да я после этого могу идти спокойно работать на завод. Паш, у меня за бейсом играть. Давай считать. Давай. Один. Одного не хватит. Сколько? А мы? У меня 4. Делюкс. 6. 10. Ну не хватит, так. Да? А сколько ангелс? Один. И у меня 9. 20. Сделали! Аллилуйя! Мафл гад! Я сделал фраг. Я, кстати, ангелс, стабилен. Ангелс, антиквар деньги перевел на Сбер. Все. А, только тебе, да? Да. Димас, красава, хороший был человек. Димас, тебе спасибо, я пошел, ребята. А там уж сам решишь. Ой, привет. Я туда не пойду. Врубай его, кончай. Кончай. Ну куда ты убил? Тихо. Руками убей. Давай. Откиси, нет. Успел. Успел, блин. Нет, он сидит. Да. Блин, я такой еще перелазил, а он такой, это самое, меня... Я такой, не, давай ты к нам. Ангелос сделал свой один фражик, заметьте, на всякий случай страховой. Мало ли, друг, мало ли, что 20 открыли. Антиквар, родненький. Это, как говорится, это мужская солидарность исключительно. No homo. Чисто мужская такая солидарность. Жму руку. Спасибо большое. No homo. То есть homo sapiens — это человек гомосек, да? Я на SKS, слышишь? Мизантроп пишет: Ангелос правильно делает, что за пятерку тебя не грохает, ты же ему двадцатку не перевел. Скажете, дружба? Нет, холодный расчет. Возлюби своего донатера как самого себя, я бы так сказал. Да. И часто вы любите себя, молодой человек. Мы сегодня будем с Левшой соревноваться, кто будет Габра кормить габрбургерами, кто больше нафармит. А у меня очень хорошая память. Ну, давай, куркулятор положим. Фотогеничная память у меня. Да, я сомневаюсь. Фотогеничная память, о боже. Че, серьезно у тебя? Ну, фотогеничная память, я запоминаю все. Голографичная память, Реша. А, ну вот, кроме названия этой памяти, все. Все благодаря тебе, Серега, потому что мы с тобой работали парой. Вот ты вспомни, что было. Мы с тобой вдвоем пилили пантеру. Причем она дурная, на меня упоролась, и ты за это ее шпекал сзади, пока кабудаем не стал. Потом ты помогал мне убивать Эмиля. Льва помогал. СТРВ вы с Левшой выхватывали. И у меня стоит один вопрос: зачем я все это делал? Пашка тебя стейком накормил. Не забывай, что победа в конкурсе, но победа в ресторане твоего животика — это отдельная радость. Я наоборот, с китайского тяжа ради стрима пересадил экипаж сюда. Ну и вот, видишь, ты алчный какой. Так что, раз в жизни играем, ну теперь сейчас бы экипаж не пересадить. Ты часто в этой компании кал кушаешь? В этой компании я только этим занимаюсь. Уже два стрима пора. World of Call. Можно поджиматься. World of Call! О боже, Паш. Я умираю, ребята! Нет! Я не пробил, просто прицели! Прикрой, Сереж. Дай! Ёлк, поехали. Ну а че так бы я умер? Негатив, выпускай, Сереж, просто вот со всех сил натужься и проори громко. Прям в микрофон, чтобы у всех ушами наснулись. Главное, сверни в спину. Мне кажется, кого-то не покормили просто. Вот об этом речь. Я просто на тайпе вообще на ББ не играю, в принципе. Это потому что говно. И что? А вот на защитнике я вас чили-вили, крутили, заверните. Вот так вот. Ну, посмотрим. Только надо определенное количество боев договориться, чтобы, знаешь, уже четенько. Просто давайте. Мужик прям вызывает нас на честный поединок. Давайте. 10 боев или 15. Ох, будет замес, ребят. Ну вот мы нагнетем. Надо в аргументы и факты подать, чтобы в статья была. Так, и естественно, вызвал на дуэль Габа. Призовой фонд будет
весь донат Амвей, который он сверет на стриме. Я согласен. Где-то кидает, я пока не понял, где. На то мы порешили. Все. Это мы еще обсудим. Ангелоса, а чехвостью еще. Паш, на самом же деле мы просто поддавались. Конечно, ну, потому что, ну, Дима, у него с киберспортом все печально. Как-то уже возраст. Уже дети, уже надо, чтобы место уступали. Да, и мы ему вот вместо лидера. Знаешь, это все равно, что выиграть старика на руках в борьбу как-то. Да, да. С киберспортом, там, да. Давайте не чокай за киберспорт, Паш. Смысл нашего соревнования в такой. Мы проведем сколько боев, столько, сколько проведется. И тот, кто суммарно грязными нафармит больше всех серебра за сегодняшнюю сессию, тот поет Ангелоса пивом. Во! Самым дорогим, и сколько в него влезет. Аплодирую стоя. А давай, кто проигрывает или кто выигрывает? Кто выигрывает, в том и смысл. То есть, кто выиграл, СВЧ-стример победил, но будь ласка, умасли Ангелоса. Так, а если Ангелос выиграет, то... Если Ангелос выиграет, то это маловероятно. Учитывая наши условия. Очень хороший советский мультик про крота. А ничего, что это вообще не советский мультик, это польский. Это чешский же мультик. Чешский. Полька-полька. Кстати, там, была пропаганда каннибализма, когда он кормил, он кормил птенца яишенкой, я точно помню, так что каннибализм там был. Там в одной серии он кормил птенца яишенкой. О боже! Птенца яишенкой. Это как курочке куриного мяса предложить. И она с радостью. Все, склевет. Там куда? Куда? Прорывы со это всех сторон. Это все равно штартовода говном накормить, да? Все равно его. Пропаганда каннибализма. Я предлагаю в следующий стрим сделать какой-то опять челлендж на танках и просто на квартиру мне собирать. Да, и знаешь, я буду делать вид, что я так борюсь, так стараюсь. Левшатка выигрывает. Окей. И просто в скайпе удалите с друзей. Да. Бой, как сделать так, чтобы больше не участвовать в этих челленджах? Удалите все. В бан-лист. Это когда будет продавать Скорпа и Защитника? Никогда. Никогда. Неизвестно. Когда Маракаси, не знаю... Свистнет. Свистнет. Когда у Маракаси на стриме будет 1000 человек. Паш, это супер зло. Ничего, ну, давайте на бульон, ну бульон петушка. На уху из петуха. Давай, оп. А, это жопа! Просто я видел, Паша уже с такими глазенками летит. 440. Поздравьте Витю с нюхой, а то лежит чуть живой под стрим. Витя? Комментарий я увидел. Кислый, да? Что ли? У меня Витя один, в принципе, других Витей для меня не существует. Знаю, как это будет. Они введут не просто защитника, а как раньше они любили делать, премиум пакет. В него входит танк защитник. Ипотека в Москве. 45 миллиардов голды. Ипотека. Личный Равшан, который будет это самое... Ипотека. То есть все там. Супер-пупер-ультра-мега-пакет с защитником. Все танки с писечками, которые были и не были. И 5 машин разработчиков, которые не могут избавиться от них. У тебя получается целый пакет просто, знаешь? И коробка просроченных печенек из Wargaming. И вкусный белорусский шоколад. И поношенные труселя с сербами, да? Все, заканчиваем? Да, давай финализируем. 74, 157. Тысяча, в смысле, 1 150 000. У меня 1 204 000, Дим. 1 205 000. Паш, ты какой сок будешь?
Ой. Так у тебя ЧСВ, прикинь, ты взлетел, ты обыграл. Да, ты понимаешь? Прям, ты... Левша просто плохо я сыграл крылья, сегодня. Да срал я на это ЧСВ. Подожди, Димась, а получается, он нас двоих будет поить соком-то? Сколько влезет, да, в нас такой план? Ну, да, просто свежий. Вот я им покупаю бургеры, потому что проиграл. Да. А мы, вот я хочу, например, да. выпить там 3 литра свежевыжатого сока. Я даже и думаю, что вечер. Пару литров морковного сосал. Единственное, правда, что пожелтею, но это... Сок. А мне просто не свежевыжатый сок цена. Ангелос так, если дальше пойдет, он не согласится участвовать в третьем нашем соревновании. Я хочу бирюзовый свежевыжатый, чтобы прям при мне доили из этой березы. А, березовый? Я даже бирюзовый думал, из бирюзы, из камней, знаешь, тебе прям отжимать сок. Самый дорогой сок из щебня. На 1 миллилитр грузовик щебня передавить. Ребят, чупальчики, давайте я вам своей крови это самое скажу. Извини, кровь, да, сок ангелоса самый дорогой. Соком. Прямо берешь почку ангелоса и из нее пьешь сок ангелоса. Вот это было бы. Не, ну ты красавчик, тема. Ты сегодня прям старался. Вот как только Паш сказал, для кого это танк, ты прям сразу потащил. Еще раз, почему ты сегодня победил? Танк такой. Нет, еще попытка. Нет. Потому что ты плохо сыграл. Красава. Вот это ты в тему. Блин, слушай, самый лучший, самый лучший взвод на сегодня, ребят. Жмите лайк, если ржали хотя бы раз. Да, да. Ой, спасибо, ребята, что были сегодня. Жмите лайк, зрители, мы обязательно соберемся еще раз. Не последний раз точно. Да по-любому соберемся. Латочку еще ангелоса подгонять. Поем латка, щиколятка. Я что-то не знаю уже, кстати, соберемся мы. У меня уже какие-то сомнения. Ну да, еще 5 литров сока как минимум тебе надо уже... Мы обязательно соберемся еще раз. И последний раз, последний раз. Точно. Я уже гоняю, сомнения.